Уникальное событие для всей Ульяновской области. Первый интерактивный музей теплоэнергетики открыл свои двери для посетителей. Еще до торжественной церемонии поступило больше 1000 заявок на посещение. И неудивительно, заходя внутрь, можно в буквальном смысле прикоснуться к процессу поступления тепла в квартиры, увидеть то, что в обычной жизни недоступно обывателю. Я очень рад, что город Ульяновск одним из первых принимает этот музей, так же, как одним из первых стал участником проекта под названием «Ценовая зона». Мы одни из первых увеличили объем инвестиций в отрасль, про которую как раз сегодня говорим. И это, безусловно, направлено на надежность и качество теплоснабжения. Основное преимущество музея – все инсталляции интерактивные. Здесь их представлено больше 10 штук. Пока взрослые узнают, как сэкономить на платежах и грамотно снять показания счетчиков, дети могут заглянуть в игровую зону или же познакомиться с историей рождения тепла. Выставка очень современная, очень интересная. Очень приятно, что эта выставка бесплатная, то есть не надо, да, никаких денег платить. Нет никаких барьеров для того, чтобы не прийти сюда. Но вот лично я с удовольствием в субботу возьму жену, возьму детей и обязательно посвящу их, что называется, наглядно, чтобы они тоже понимали, откуда берется тепло и куда оно расходуется. Если раньше все мечтали стать космонавтами, то после музея – энергетиками. Команда ПАО «Т-Плюс» открыто показала все этапы, которые проходят тепло от станции до квартиры. Здесь и принципы работы ТЭЦ, и информация по приборам учета. Естественно, в первую очередь мы начали в целом о потребности, о необходимости понятия теплоснабжения, что современный мир уже не представляет собой таким, как он есть, без тепла, без горячей воды, без электроснабжения. Посетить музей 21 века можно до 15 сентября по адресу Московское шоссе, дом 108. Часы работы с 10:00 до 20:30. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ.